Здравствуйте, уважаемые телезрители! Перед вами список стран, в которых каждый из нас мечтает побывать. И список столиц. Но я это все нарочно перепутал. Сегодня мы будем ставить отметки по географии. Пойдем. Павел. Андрей. Вика. Милена. Полина. Владимир. Вадик. Егор. Как зовут вас? Здравствуйте. Анатолий Андреевич. Ты что, забыл, что ли? Да нет, я смеялся. Австрия, Авена, вы чего? Азербайджан, Баку, правильно? Баку. Беларусь, Минск. Минск. Болгария. Болгария, ну это как? Я еще живот получил, видите? София. Беларусь. Минск. Венгрия, Будапешт, Германия. ФРГ был Бонн, а ГДР был Берлин. Сейчас точно не знаю. Берлин? Конечно. Западная Германия. Раньше Бонн. А вообще это... Сейчас... Мюнхен. Ну где лучше пиво? Слушайте, ну да, Бавария. Я тебе говорю, Берлин это Германия, а вообще если Западная Германия это Бонн. Да подождите, что вы меня лечите? Венгрия, Иерусалим. А, Венгрия в Будапеште служил, не надо. Венгрия это Будапешт, Бухарест. Румыния. Бухарест? Или что? Или Чехия. Румыния. Бухарест, Польша? Бухарест, где я был? Я же там продавал когда в 90-х годах, блин. А, Бухарест, Румыния. Ты мне... Ну, сказал, что это Румыния. Азербайджан, Баку, правильно. Беларусь, Минск, правильно. Что там дальше? Венгрия. Иерусалим, это вообще страна отдельная. Родной. Иерусалим. Израиль. Ну, Израиль, да. Франция. О, Пари. Де ла пе, Пари. Ну, давай закончим. Тут Китай, правильно? Токио. Да, Румыния, Кишинев. С этого дня столица Румынии, город? Кишинев. Меняем историю прямо сейчас. Подскажите, молодежи, плохо знает, столица Румынии, город? Бухарест. А столица Молдовы, город? Кишинев. Как с географией было в школе у тебя? Не очень. Столица знаешь каких-то стран? Ну, да. Австрия, София. Правильно вроде. Азербайджан, Баку. Неправильно. Беларусь, Минск. Неправильно. Болгария, Вена, правильно. Венгрия, Иерусалим, правильно. Германия, Берлин, правильно. Израиль, Будапешт, правильно. Казахстан, Анкара, неправильно, наверное. Турция, Астана, неправильно. Как вы думаете, стоит такие опросы проводить? Да, думаю, да. Зачем? Но они позволят людям больше знать. Турция, Анкара, Франция, Париж, Чехия, Прага, Япония, Токио. Сейчас все телезрители тебе хлопают. Браво! Казахстан, Анкара, правильно? Сейчас. Да. А Турция, какая столица Турции? Астана. Как зовут учительницу вашу по географии? Можно не буду говорить? Двигаемся дальше. Израиль, Будапешт. Нет. Казахстан, Анкара. Нет. А у Казахстана какая столица? Подождите, как? Астана. Костанай. Астана. Израиль. Не, подожди. Иерусалим, по-моему, да? Мужчина подсказывает Тель-Авив. Тель-Авив, да. Казахстан. Акмала, по-моему. Астана. Или Астана, вот, потому что было Алматы раньше. Ага. Турция, Астана? Нет, Турция, это Стамбул. Тебе стоит такие опросы проводить? Проводите. Австрия, София? Нет. Австрия? Австрия? Что? Азербайджан, Баку, я знаю. Нет, хорошо, давай с Австрией решим, давай. Австрия, Вена. Отлично, двигаемся дальше. Азербайджан? Баку, правильно. Баку, правильно. Турция? Анкара. Не. Анкара – это в Египте. Анкара. Нет? Анталия. Там, где отдыхали, там и называете. Франция, Париж, Чехия, Прага, Япония, Токио. Это был первый Приднестровский. Смотрите нас всегда. Учите историю русский. Учите русский, россияне.